Добро пожаловать на Инсайт дня. С вами Лина. Надеюсь, у вас будет отличный день. И я предлагаю вам сегодня цитату дня, которая звучит так. У каждого свои ценности. На самом деле я пользуюсь этой фразой, этой цитатой еще с прошлого года. Она помогает мне в какие-то сложные моменты, когда мне кажется, что я потеряла себя, что я, может быть, делаю чего-то недостаточно хорошо, недостаточно много. Когда я думаю, что мне нужно стать какой-то другой, не такой, какая я есть, что мне нужно стремиться к чему-то, что есть у кого-то. И в этот момент, в момент стремления ума, в попытке достичь успеха, такого же успеха, как у кого-то, я усмиряю себя фразой «У каждого свои ценности». Потому что на самом деле не бывает общего рецепта счастья. У каждого свои ценности. Каждый из нас с вами имеет особенную историю жизни. И каждый из нас способен достичь счастья, только полагаясь на свою интуицию, на свои истинные желания и потребности. Пытаясь повторить за кем-то или приклеить на себя чей-то успех, мы не становимся счастливее. Мы просто повторяем общую картину. Повторяем визуально, но не внутренне. Ведь самое главное — это ощущение счастья внутри, а не снаружи. Согласитесь? И именно к этому важно стремиться. Поэтому каждый раз, когда я чувствую, что у кого-то что-то получается лучше, как мне кажется, или кто-то счастлив в чем-то, но это не резонирует с моим образом жизни, я, возможно, даже пытаюсь осуждать это. Но вы знаете, что параллельно с осуждением часто мы скрываем в себе какие-то чувства зависти, обиды, разочарования. Мы начинаем винить себя, что мы не достигли чего-то, а могли бы, ведь у кого-то получилось. Но если проанализировать, этот человек имеет свой определенный путь. И мы не знаем, как он достигал этой цели. Мы даже не знаем, насколько он счастлив в этом состоянии. Насколько он счастлив, используя те методы, которыми он достиг этого состояния сейчас, достиг того, что он транслирует. Возможно, он транслирует счастье, но не испытывает его на самом деле. Подумайте об этом. Это очень важно. Я верю в то, что настоящее счастье — это тихое счастье. Да, конечно, очень хорошо делиться с другими своим счастьем и радостью, но не постоянно. Настоящее счастье любит тишину. Настоящее счастье — это просто, когда вы обнимаете близкого человека, когда вы говорите теплые слова и слышите такие же добрые слова в ответ. Настоящее счастье — это ценность, которую вы ощущаете в моменте, безусловной благодарности за все, что у вас есть.